Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире снова «Минск чрезвычайный», а у микрофона Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Более 1700 выездов на пожары и другие загорания совершили с начала года столичные спасатели. На пожарах погибли 19 человек, 53 человека, из которых 6 детей, были спасены работниками МЧС. Минск чрезвычайный. Непогода, которая царила последние дни в республике, привела к возникновению ряда ЧП. Грозы, ливни, молния испытывали на прочность и жителей столицы. Ветер срывал крыши с домов, вырывал с корнями деревья. Упавшие деревья накрыли несколько автомобилей. Спасатели проводили работы по распиловке упавших деревьев. Гроза – это одно из самых опасных атмосферных явлений. Ненастье, сопровождающееся дождем, шквалистым ветром, градом, ослепительными вспышками молнии и раскатами грома, представляет угрозу для человека. Основным поражающим фактором подобной стихии является молния. Прямое попадание разряда нарушает деятельность сердца и легких, что, в свою очередь, может привести к летальному исходу. Ежегодно по этой причине в мире погибает порядка 3000 человек. Кроме того, это природное явление может привести к возгоранию. Согласно статистике, в Беларуси из-за молнии в прошлом году произошли 117 пожаров. К счастью, обошлось без жертв. Минск чрезвычайный. Чтобы не стать жертвой непогоды, следует усвоить ряд правил поведения. Если ненастье застало вас врасплох, то действуйте в зависимости от ситуации. Если вы дома, закройте окна и двери, отключите все электроприборы и вытащите штекер наружной антенны из телевизора и отойдите от окна. Если гроза застала вас на улице, зайдите в любое здание. Если же решили спрятаться под козырьком здания, не прикасайтесь к стенам. Нельзя во время грозы купаться, бегать, ездить на велосипеде, роликах, мотоцикле. Не пользуйтесь мобильным телефоном. Держитесь подальше от высоких отдельно стоящих деревьев. Чаще всего молния ударяет в дубы, тополя и вязы, а вот реже – в березу и клен. Не располагайтесь у костра, так как столб горячего воздуха – хороший проводник электричества. В заключение хочется напомнить, что в республике продолжается профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня», направленная на предупреждение гибели и травматизма детей, в том числе и в результате подобных чрезвычайных ситуаций природного характера. Соблюдайте правила безопасности. И до встречи в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.